Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на сериал Саке. Наконец-то вышел второй сезон полюбившегося мне сериала. Очень крутой сериал. Сериал. Очень крутой был первый сезон. И очень надеюсь, что второй сезон... Блин, сегодня готовил целую речь, как я буду начинать видео, и все забыл. В общем, очень надеюсь, то, что второй сезон не подведет. Я специально не смотрел трейлер, чтобы, ну, не строить какие-то догадки и так далее. Хотелось посмотреть, но все-таки решил не выкладывать, потому что все-таки... будет... Забыл даже, что сейчас говорил. Я настолько устал просто на работе. К чему вел, с чего начал, вообще не знаю. Короче, давайте смотреть. И в конце уже этот поболтаем. Новый формат картинки, походу, да? Или что это? Или мне кажется? Так, что у нас? Саят-то у нас на светлую дорожку вышел. Должен быть хорошим. Но фиг знает, что произойдет. Может все поменяться. И какая у него в этом сезоне будет проблема, тоже интересно. Ах, наконец-то. Подтяги. Джунс, когда Джунс? Обед кое-как. Мухит Чакрандар, Бахтар, давай быстрее. Че, 4 часа они еще обедают. Понятно, почему 5 лет строит этот обед? Где субтитры? А с вами, Саят Саматович, что случилось? Это у тебя надо спросить, что случилось? Смотри, за 5 минут приехал. Че ты в Утеркульме? Лучше бы ты так за 5 минут строил. Когда закончишь? 10 дней. Хрен тебе, пол тут минимум на полгода работы. Что ты мне говоришь? Я все вижу. Эй, совесть где твоя? Сколько людей тебе ждут? Госслужащие, инвалиды, врачи, ё-моё, а? Я тебе конкретно говорю, ты теперь не отмажешься. Твоей репутации уже нету. Здесь нифига не готово, ничего не готово. Что скажешь? Там дополнительное финансирование у нас. Я когда дополнение, её отмын гайдай. Ахшадан баскаптук срамайсина. Зачем лезть тогда в этот тендер? Я сюда прокуратуру отправлю, спецкомиссию отправлю. Понял? Это полный беспредел. Понятно? Теперь я с тобой буду по-другому разговаривать. Завтра весь народ ко мне в Акимат придет. Кто будет виноват? Я буду виноват. Потом Аким, потом министр, потом президент. Все будут виноваты, а ты нет. Ты будешь, как всегда, не при делах. Правильно? А фиг тебе, понял? Я у тебя лицензию отберу. Ты у нас на районе ни один тендер теперь не получишь. А все твои родственники, знакомые... Вот вам, понял? Я там всем кислород перекрою. Я знаю, через кого там педалишь. Бессовестно. Сегодня давай утрек мне здесь жун жаса вермем, да? Тянут за жир. Короче, создатели. Бр-грам, вот. Где титры? Субтитры. Че молчишь? Потому что тебе сказать нечего. Вот это все, вот. Еще не создано, да. Еще не напечатано, да. Бля. Следователь Уланов, Антикор. Так. Такой вестерн. Еще глаза надо вот крупным планом. Thank you.
Чё? Классно то, что изменили еще. Титры крутые. Классные титры. Исходя по статистике, темпы роста трудозанятого населения выросли на 17%, что выше, чем в прошлом году. Экономические показатели возросли на 29%. Численность безработных граждан сократилась на 30%. Теперь нам нужно сделать упор... Спасибо большое. Это был наш депутат Маслихата Владимир Викторович. Теперь, если у кого-нибудь есть вопросы, можете поднять руку и задать. А, да, вот, пожалуйста, вам слово. Добрый день, новостной портал «Казмед». Сегодня мы выслушали депутатов, бизнесменов, представителей образования, но свой вопрос я бы хотела адресовать Акиму Чапаевского района Саяту Саматовичу. Саят Саматович, у вас относительно новый район. Статистика показывает хорошие результаты, динамика растет. За последние полгода вы сделали больше, чем за предыдущие два. А как вы думаете, каково положение, нынешнее положение города и страны в целом? Классная девушка. Ну, в принципе, до этого, как бы мои коллеги уже все рассказали. Ну, я вообще полностью солидарен с моими коллегами. Я думаю, вы слышали уже всю статистику. Вот если не опираться на статистику и не прикрываясь цифрами, вы можете выразить свое личное мнение? Вас действительно все устраивает? Да, я еще раз повторюсь, я доволен и солидарен с своими коллегами. Да, спасибо большое за вопрос. Давайте дальше. Окей, у меня последний вопрос. Саят Саматович, после таких ответов вам не стыдно вот людям в глаза смотреть? И вы не устали обманывать самого себя? Что-то мне уже не по себе становится. Спасибо большое за вопрос. Давайте дальше. Может, у кого-нибудь еще есть? Подождите, можно я отвечу на этот вопрос? Давайте я отвечу. Конкретно? Устал? Хотите правду? Давайте я вам расскажу правду. Я только что слышал, что мои коллеги рассказывали про какую-то непонятную статистику. Ну, как всегда, фантастика. Потому что если исходя из этой статистики, у нас вообще в стране проблем нет. А по факту не так. А вы знаете, что Казахстан находится на 71-м месте по уровню качества жизни населения? А суицид вообще на 3-м месте. В этом году из страны уехало 22 тысячи человек. Вы это знаете? Вот это вот реальная статистика. А не то, что вы там стояли только что по полчаса говорили. Саят Саматович, мне кажется, вы немного торопитесь с выводами. Слушайте, уважаемый депутат, я вам так скажу. Мне кажется, это вы торопитесь, когда придумываете эти непонятные законы. Причем в своих интересах. Я сейчас конкретно не за вас говорю, я в общем говорю. И мне всегда интересно, почему вы не активны? Вы же почти общественники. Вы должны как бы выезжать, выходить к народу. У нас в регионах сколько проблем. Почему не ездите, не спрашиваете? А я вам скажу почему. Ничего себе. А им, Кайратам, на рост динамического показателя сколько указать? 30 напиши. А это немного? Да нет, немного. Все равно никто нас не проверяет. Пожалуйста. Так и работает. Без эмоций. О, у нас тут кто? Образование проснулось? Как вас зовут? Хотя не важно. Знаете, я хотел всегда у вас спросить. Ваши дети где учатся?
Хотя можете не отвечать. Я точно знаю, что ваши дети учатся за границей. И ваши дети, и ваши дети. Я разве не прав? А знаете почему? Потому что там, за границей, образование хорошее. А у нас плохое образование. И мы это все знаем. Не, по статистике, конечно, у нас классное образование. Ну так, по-настоящему. А про садик я вообще молчу. В садике у нас проблема. Своего ребенка, чтобы устроить садик, нужны большие деньги. Это, наверное, только в вашем районе. Слушайте, и в вашем районе, и в нашем районе. Везде так, по всему Казахстану-то. А если деньги не дашь, либо не возьмут, либо вообще очередь назад двигается. Не, ну в частные садики, да, там проблем нет. Там же как бы инвестируют, бизнесмены же. Конечно, потому что мы умеем зарабатывать деньги. Алике, ты, конечно, не обижайся, ты же у меня на районе работаешь. Ты же тендерами занимаешься. Слушайте, почему вы, тендерщики, считаете, что вы бизнесмен? Вы разве что-то создаете? Или производите, или придумываете? Нет. Вы перекупщики, вы базарщики, называйте по-другому. Вы же на марже деньги только ловите. Неважно, как мы зарабатываем. Главное, что мы эти деньги инвестируем в страну. Ну, хорошо, вы инвестируете в страну. Но максимум 10%. Остальные деньги вы инвестируете в другую страну. За границу. А знаете почему? Потому что там есть хорошие условия для бизнесменов. Не как у нас. Вот даже возьмем, недавно я школу мы строили. Ну, конечно, это до меня было. Ну, строили школу. Вроде бы пришли инвесторы. Начали инвестировать в нашу школу. Для наших детей. И что у нас произошло? У нас начали зарабатывать на этом. Нечто помогать с документами и с их проблемами. Мы, наоборот, хорош, с них зарабатываем деньги. Ну что, Джиги, поздравляю всех с выигранным тендером. Они хотят водоснабжение. Как говорится, тендер к тендеру. Ну, по этому поводу мы нужно выпить. Давайте, накатим. Давайте, молодцы. Земля, сюда. Да там на всем. Смотрим, братан. Сейчас, Джиги, подождите. Пиздец. Вы виноваты, мы все. Саят Саматович, вы переигрываете. Слушайте, я вас понимаю. Вы все переживаете, что вас могут уволить с работы. Но уже, мне кажется, мы переврали. Здесь люди сидят, студенты. Они уже устали от нашего вранья. Уважаемые коллеги, хватит работать на статистику. Хватит работать для руководства. Давайте, наконец-то, работать для народа. Вы думаете, я не знаю, как этот форум организовывают? Вы думаете, я не знаю, как этих студентов сюда загнали? А этот баннер дешевый, который стоит 50 тысяч тенге? Ну, посмите, конечно, 1,5 миллиона. Передайте организаторам. Не надо мне для статистики приглашать. Даже этот форум сделан для статистики. Хватит брать. Хватит брать народу. Я все сказал. Что теперь, Саят Саматович? Не знаю, Саят. Ну, я как бы полностью поддерживаю вас. Рахзарт, как это полонжился, да? По-моему, вы не сдержались. Ну, можно было же как-то политкорректнее это донести. Слушай, может быть, я и не сдержался, но то, что я хотел, я сказал. Саят Саматович, здравствуйте. Меня зовут Арсен, я из городского акимата. О, ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Классно выступили, Саят Саматович. Да? Да, мой шеф лично смотрел, это же было в прямом эфире. В прямом эфире? Супер, супер. Саят Саматович, шеф просит вас приехать в акимат. Ой, все, приедем, что, вопрос что ли? Тут такое дело, вам нужно будет написать заявление об увольнении. Этот вопрос давно обсуждался, Саят Саматович. Да, что ты, не отмазывайся, Саша, отвечать. Ну ладно, все. Рахмет, Саят Саматович. Удачи вам, Саят Саматович. Все равно вы классно выступили. Так, что... Вот и все, что? Есть вопросы уже. В акимат устраивайся, 30 лет, а увольняют за 20 секунд. Ну, в нашей стране всегда так. В жопу лезет, повышают. Раскрываешь, увольняют. Знаете, Саят Саматович? Давай не сейчас. Честно, и так хреново. Ладно, что, пошли. Солай энд. Меня уволили. Теперь я не ваш шеф. Но я хочу вас всех поблагодарить за вашу проделанную работу,
Да и вообще за все. Я вас всех люблю, ценю. Постараюсь поговорить с новым Акимом, чтобы вас не трогал. Все, что могу сделать. Саят Саматович. Слушай, прекращай ныть, а? Сейчас вся дешевая краска смоется. Саят Саматович, это вам большое спасибо. Я так горжусь, что я с вами работала. Ну, прекращайте эти сопли, ну. И так хреново на душе. Саят Саматович, миндиги тем. Ребят, успокойтесь. Давайте так, давайте без этого героизма, хорошо? У вас есть дети, семья, а я найду себе работу. Успокойтесь. Шеф, я уже точно решил, я ухожу. Ну, ты взрослый, самостоятельный человек, сам решишь. Ну, все тогда. Всем удачи. Саят Саматович, я тоже решила, я уйду. Блин, как бы тебя не обидеть. Слушай, ну, по-моему, всем пофиг. Даже никто не заметит. Ну, хватит ныть. Ну, что ты как маленький ребенок? Я что, умер, что ли? Все, спасибо, до свидания. Не, ну, я, пожалуйста. Что происходит вообще? Вот у меня такое в голове. Ему же обещалось место, по-моему. Я думал, Азамат просто на его место сядет в итоге. Этот собирается уходить в итоге тоже. Вот это я понимаю. Вот молодцы. Красавчик. Вот наконец-то хоть какая-то хорошая малость. Надеюсь, его не посадят. Почему Ханта? Потому что тут с ним сложнее придется. По краске проблем будешь, сам знаешь. Ну, раз уж он еще на свободе, нужно быстрее решить с ним. В смысле? Да. Да, дорогой мой Тимсон, да. Теперь-то никто, за него никто не спросит. Но при этом найди сразу какого-нибудь там конченного наркомана, чтобы потом... Если что, его сразу этапом отправить. Ну, понимаешь, да? Я не хочу там потом пидать за все это нам, но сам понимаешь. Ну, чем раньше сделаешь все это, тем лучше. Все, принял, шеф. Берег красавчик Тивера Молора. Ну, правильно. Ну, красавчик ты, Малан красавец. Ну, же. Ну, как такое дело не отметить? Правильно? Это ж сколько надо? Я могу говорить, красавчик, все красавицы. Да это, только не перепутай. Хорошо, я вас понял. Позже за это. Окей, договорились. Что говорят? Да нужно кабинет освободить. Ну все. Вот и вся твоя справедливость. Она вернулась, что ли? Что... Так ее оценили, получается. Да я же не виноват, что у нас в стране правильных не любят. Так и не нужно было быть таким. Нужно было работать для себя, для нас. Хоть какие-то условия создать. Опять. Бастамаш Айслу. Каску пересылаешь. Слушай, ну, может, ты все-таки подумаешь, а? Ну, не тебя же уволили. Айслу, ты же меня знаешь. Если я один раз сказал, то все. Я с новым руководством работать не буду, не переубеждай меня. Собрались все коррупционеры. Вон одного Саята мне хватало, пока не изменился. Хорошо. Я в любом случае тебя поддержу. А как он там, этот Саят Саматович? Как Пол Ван Дер. Депрессует. В принципе, как все безработные.
Я чуть не думаю так. Нормальное явление. Сейчас в себя придет, новую работу найдет. Надеюсь. Да. А мамус. Кстати, тебе со школы звонили. Сказали, директор хочет поговорить. Зачем? Или дочка что-то натворила? Нет. Сказали по другому вопросу. Странно. А что тут странного, Азамат Ирланович? Я все прекрасно понимаю, это ваши дети. Ну что я поделаю, если у нас нехватка мест? Как нехватка мест? Я же вроде месяц назад перевел детей сюда. Тогда у вас были места. Ну вот именно. Мы ваших детей принимали последними. А так как у нас нехватка мест, пришлось перевести именно их. Понятно. А давайте пройдемся по списку детей. Тут же больше половины с других районов. У них прописка не здешняя. Я что-то не поняла, Азамат Ирланович. Вы у нас кто? В смысле? Вы из прокуратуры? Нет. Тогда, может быть, с Акимата? Уже нет. Ну вот и все. Тогда скажите мне, на каком основании вы имеете право проверять списки детей, а? На это существуют компетентные органы, пусть они отвечают. Вы у нас в Чапаевском районе работали? Да. Вот, берите документы и идите в Чапаевский район. И пусть ваши дети учатся там, а у нас Улытауский район. Я знаю. Но, к моему счастью, мои дети прописаны именно в Улытауском районе. И они имеют полное право ходить в вашу школу. Ну, у нас же есть другие школы, пусть идут туда. Гульназия Жановна, ну, у вас учителя пограмотнее, то есть образование лучше. У нас везде учителя хорошие. Хорошо, я вас услышал. Мне просто интересно, если бы это были дети прокурора, я не знаю, депутата, вы же нашли бы места, правильно? Ой, слушай, Азамат, давай не будем ссориться, а? Вот просто возьми документы и идите в другую школу. Хорошо. До свидания. Представляете, так и сказала. Азике, не стесняйся, Солоенда. Уволили нас. Мы теперь никто. Такое обращение тебе всегда будет. Да. Это что? А, кстати, с днем рождения. Это подарок вам. Ё-моё, рахмет, Азике. Я даже забыл, бля. Конечно, раньше после 12 тысяч человек звонило, сейчас никто не звонит. Ладно, Олег? Ким держи, да? Да, все собрал. Да, ханда. Мужики, машину уберите. Ассалам алейкум для начала, даке. Для кого даке, а для кого Данияр Сабитович? Все, убрали машину. Новый акимат. Охранник новый, сука. А-а-а. Короче, у меня депрессия начинается, пойдем бухать. Раздражает все уже. Лексус. Давай, повтори и этот счет сразу принеси. Хорошо. А скидочная карта имеется? Скажешь, Саид Саматович там твой в курсе. Хорошо. Шеф, кстати, наверху новостей нет? Тишина? Есть одна хорошая новость. Нас не посадят, а просто уволили. Это же хорошая новость. За такое же и посадить могут. А насчет той должности, которую обещали? Я тебя умоляю, какая должность? Все, забудь. Ничего не будет. Это госслужба, братан. На госслужбе кто правильный, тех убирают. Я тебе всегда говорю, не принципиальничь. Вот и да, принципиальничали. Шеф, печально. Может, я с кем-нибудь переговорю? С кем? С многодетными мамами? Или с ветеранами, чтобы вышли на акимат с митингом. Верните Саида Саматовича. Так что? Как скажешь. И что там, Ты теперь что будешь делать? Пока не знаю. Юристом будь? Или как я, алкашам? Хочешь? Да ладно. У нас вакансия свободная есть. Все без скидки, наверное. Ни хрена себе, что так дорого, где скидка? Да, просто наше руководство сказали убрать вашу скидку. Пойдем, да?
Нет должности, нет скидки. Ты это, руководству передай, пусть скидку в жопу себе засунут, да? Хорошо. Скажи честно, ты хоть раз в жизни изменял своей жене? Конечно, нет. А? Нет, конечно. Никогда в жизни? Вообще. Хотя бы один перевод, вот такую кошечку, иди сюда, блядь. Убежал. Вот такую кошечку хочешь? Вот такую. А? Такая сосочка. Кошка вот. Ну, один раз. Хочешь? Почему? А знаете, почему я не изменяю? Почему? Во-первых, моя жена очень хороший человек. Ой, иди в жопу, пожалуйста, блядь, какой ты скучный. Блядь, все, он вышел. Все, кончайте его. Где это? Тачку на старте держи. Что происходит в первой серии? Дорогие друзья, если хотите посмотреть следующую серию, проходите по ссылке в описании. А я пойду, пока вам сделаю дорогу. Посмотрите серию, будет дорога. Понятно? Я пошел. Жесть. Жесть какая-то происходит. Вообще ничего не понял, не выкупил. Ну, нет, не все. Окей, давайте... поболтаем. Во-первых, непонятное начало. Вот что я не понял. Ну, возможно, мы к этому придем. Вот оно что. Тогда все понятно. Типа нам показали то, к чему мы подойдем. Это вообще классный ход. Я обожаю такие приемы. Но... в таких случаях, если ты даже так, ну, используешь этот приемчик, то лучше, ну, пускать титр, то что вот за столько-то дней там, или наши дни там, ну, что-нибудь такое, короче. И знаете, что я еще не понял? То, что я смотрел и думал, так, он, походу, на новой должности, тот у него, типа... исполняющий обязанности, ну, то есть учится, чё, кого, как, ну, Азамат рядом с ним. Но оказалось то, что должность ему в итоге не дали. Обломали его с этой должностью. И это печально, стрёмно. Короче, я думал, они по этому пути пойдут, то, что он сейчас станет выше, и там... какой-то замут будет. Но в итоге они его вообще лишили работы. И, ну, это тоже интересно. Как он будет двигаться, что будет происходить. Пока не знаю, не понимаю. И классно то, что я не смотрел трейлер. Вот. В этом есть своя прелесть. Такс. Короче. Я еще думал то, что эта сцена, когда пришли вот эти антикор, я думал, это может сон какой-то, может ему он сейчас проснется, типа. Он еще вытащил руки, как они не обратили на это внимание, не знаю. Короче, если у нас Азамата задержали, значит за ним будет грешок, значит он все-таки сломается, возможно. Но он, кстати, сам как будто в шоке, на непонятках, типа, что произошло вообще. Короче, возможно то, что он в дальнейшем пойдет по другой дорожке. Фиг знает. Блин, как классно вообще. Как классно то, что сериал вернулся. И вот, у меня начались тупники, когда начался этот молодежный форум, и тут сидит Азамат, и они спокойно что-то обсуждают, и я такой думаю, что происходит вообще? Только что же нам показали, что его задержали. И вот, если бы был титр, мне было бы понятно.
Вот. Это раз. Во-вторых, огромная просьба. Тем, кто делал этот сериал, кто выкладывает вообще его в YouTube, пожалуйста, пропишите субтитры. Как у 240 часов, по-моему, были прописаны субтитры. Огромная просьба. Я понимаю, вы сегодня только выложили, но, может быть, они появятся чуть позже. Но очень надеюсь, я еще напишу им в директе, в инсте. Без них никуда. Тут есть такие фразочки. Просто не выкупаешь в итоге, что сказали, и они что-то смеются, и ты думаешь, так, what the fuck, что-то смешное было, походу. В молодежном форуме хочется отметить девушку, журналиста, не помню, Каз-правда или что там, Каз-правда, интервьюер-альбом, не помню, какая это, пусть будет Каз-правда. Журналист, очень круто. А, кстати, тут косяк был со звуком, когда она задавала вопрос. Он разошелся, короче. Добрый день, новостной портал Казмед. Казмед. Сегодня мы выслушали депутата, хотела адресовать Акиму Чапаеву. Свой вопрос я бы хотела. Короче, вроде бы они задержались, сериал, да, выложили чуть позже, но косячок остался. Косячок остался. Ну, в общем, чуть-чуть промахнулись, не заметили. Вот, это, ну ладно, это не так страшно. И еще что-то было, не помню, что. Тоже что-то хотел сказать. Не помню. Короче, девушка крутая. Просто очень такая настойчивая. Но она эту настойчивость и, ну, как-то чуть-чуть, мне кажется, тут недоиграно. То есть можно было иначе как-то показать, как по мне. Потому что там пауза еще такая была. Устали? А не стыдно вот тебя? Вот действительно все устроили. Вот я... Я вообще полностью солидарен с моими коллегами. Я думаю, вы слышали уже всю статистику. Вот если не опираться на статистику, вас действительно все устраивает? Да, я еще раз повторюсь, я доволен и солидарен своими коллегами. И вот тут уже вопрос ей надо задавать. Да, спасибо большое за вопрос. Давайте дальше. Окей, у меня последний вопрос. Саят Саматович, после таких ответов вам не стыдно? Ну нет, короче, клевая девушка, очень понравилась сцена. И круто показал себя Саят Саматович. Правду матку прям выложил, и это еще в прямом эфире было. Прям очень крутое выступление. Врагов, мне кажется, он себе вот как раз-таки за эти пару минут огромное количество нажил. Собственно, и уволили его, что тоже печально. Хотя могли бы на этом сыграть, типа, вот, мы все-таки правильные люди и так далее. Но нет, все ужасно, походу, там у них в их городе, в стране и так далее. Прощается с коллегами, бла-бла-бла. Эта сцена не очень понравилась, особенно то, как плакала там эта секретарша. Но классный, это я не знаю, что кабинет или что это, для переговоров, может, не знаю. Канат-ага. Канат-ага появился. Классно. Очень крутой персонаж. Сержант Братан. Сидит в тюряге. У него еще причем VIP такая переговорная. По-черному прям конкретно хочет решить вопрос убийством Саята. Ну, конечно же, он его не убьет. Иначе бы на первой серии вообще сезон закончился. Я что-то пропустил. Ну, в итоге Казамату, я, конечно, не помню точно, это была у него жена или нет, Айсулу. Но это... Очень красивая девушка. И она прям, ну, так по-бедному выглядит. Короче, все круто. И Азамат никак не изменился пока. И у Азамата тоже, конечно, проблемки со школой.
Почему он просто не сказал то, что нет, он еще до сих пор в Акимате? Не понял. Так, кто пока, кто будет этим новым Аким, не знаю, не понял. Что-то, короче, упускаю, ребят, наверное, этот. Записывайте на листочек, что ли. Что у меня со с памятью, фиг знает. В общем, решили грохнуть Саята из автомата. Ну вы, камон. Может, глушитель хотя бы надели бы какой-нибудь на улице. Ну, я не знаю, можно было бы все тихо, мирно решить. Просто глушитель напялить. Все. Делов-то. Короче, крутая первая серия. Очень понравилось. Пожалуйста, огромная просьба. Не пишите свои предположения. Нет, не пишите. Короче, я очень боюсь спойлеров. И если я увижу, что кто-то спойлернул, он просто полетит в бан. Вот. Все ваши предположения. Я же читаю комментарии. И, ну, ваши предположения, догадки могут быть просто, ну, могут испортить мне реакцию. Например, понимаете, о чем я? Вот. Поэтому просто пишите, как вам серия, как вам реакция. Все, я капец устал, ребята, если честно. Надо сегодня отдохнуть. После того, как смонтирую этот видос. Короче, всем пока. Check it out.